Сегодня спасатели Магадана провели тренировочное подключение дизельной электростанции на избирательном участке номер 5 «Пионер», расположенном в ДДУТ. За несколько минут специалисты установили станцию, провели питание и подключили всю необходимую технику вместе с освещением. По словам сотрудников избирательного участка, данная процедура обеспечит бесперебойную организацию голосования. Напомним, с 25 июня по 1 июля россияне голосуют за или против внесения поправок в Конституцию. Любой гражданин от 18 лет может прийти с паспортом на свой избирательный участок и сделать свой выбор.